Добрый день, дорогие друзья, с вами интернет-магазин Pneumat24.ru. Сейчас рассмотрим электрошокер под названием Y02. Итак, что он из себя представляет, что имеет внутри. Внутри у него только зарядки, одна автомобильная, другая обычная от сети. Зарядка вставляется у нас вот сюда, откидывается резиновая прокладка. И вот вставляется все. То есть ничего сложного. По устройству очень такое легкое в использовании устройство. Полностью из металла, за исключением только вот этой конечной планки. А так весь шокер полностью металлический. Так, по устройству. Есть фонарик. Здесь у него три режима. То есть самый задний — это у нас выключение. Средний режим — это фонарь. И третий режим – это сам электрошокер. Вот такой вот аппарат. А так, небольшой, компактный, довольно-таки приятный по весу. То есть незаменимая штука в машине или где-то в сумке. Если кого заинтересовал данный аппарат, то наш адрес в интернете pneumat24.ru. Ссылка под видео. Обязательно подписывайтесь на канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. На этом у меня все. Всего вам доброго.